Ой, вы гой еси, из палати вам добрые молодцы да красной девицы. Сказ мой про эксклюзивные и уникальные новости начинается. Вы такого нигде не увидите и не услышите. Лада седан! Баклажан! И вот в таком неформатном неформате я расскажу вам сейчас о событиях в торгово-промышленной сфере. И начнем мы, как обычно, с первой новости. Здравствуйте! Сегодня мы с вами находимся на колхозном рынке овощей и фруктов. Буквально середина лета, а погода нас не радует. И вот хотелось бы узнать у местных продавцов, как обстоят дела на наших рынках. Расскажите, пожалуйста, что больше всего продается? Сейчас, в данное время, ягода хорошо идет. Ягода, да? Овощи колхозные. А на столе пусто, морковь да капуста, чеснок да петрушка, вот и вся пирушка. Лада седан, баклажан, лада седан, баклажан. Такого рода деятельность торговли вам нравится? Ну, это нравится, а мы не можем взять. Нам не за что взять. Дорого. Дорого. Ну, что это помидоры, смотри, 180. Вообще, кошмар. 140, это с ума сойти. Картошка 70 рублей. 70 рублей, ну правда. Дорого, ну, дорого вообще. Это уму непостижимо. Да. Называется торговля. Да. Гнать их надо. Мнения раздвоились. Кто-то требует, чтобы гнать наших торговцев, а кто-то говорит, что пусть работают. Хорошо, пусть торгуют. Хорошо, да, Татьяна? Хорошо, хорошо. Близко, хорошо. Занька, какие у тебя любимые фрукты? Фрукты какие любишь? Клубника. Это ягоды. А фрукты какие ты любишь? Ну, не очень. Понятно. Скажите, пожалуйста, а у вас есть хрен в продаже? Хрен нету. Нету? Желающих мало, поэтому не возим хрен. Вот такая вот хреновина. Хрен да морковина. Первое отключение горячей воды для профилактических работ начнутся в самые ближайшие дни. В связи с этими временными неудобствами, теперь у вас появилось несколько оригинальных способов оставаться чистыми и свежими. Ту-ру-ру-ту-ту-ту-ту. Например, купить себе домой такое водонагревательное устройство, как бойлер. Пойти в местную баню попариться с венечками, искупаться по старинке, задействуя всю посудную утварь, ну или просто не мыться. На этом сказ мой окончен. Присылайте свои удивительные истории на наш паблик OnePostLife. Адрес вы видите на ваших экранах. Желаем вам доброго здоровья. Покупайте продукты отечественного производства. Ну и нас уж добрым словцом вспоминайте!